Круглые сутки надо было играть. Мы не можем играть круглые сутки. На здоровье не хватает. Ты издеваешься твоими детьми. Заставлять их. Играть. Барабанщик. 6-зарядный. На машине 6. Сколько он зарядный тут? Да какая разница? Не светит. Франкенштейн. Взяли. Просто так. Мы на нем играть не хотим. Он скоро будет такой же затратный, как Карамори. Майн. Деньги только сжирает и все. Если проигрывает. А проигрываем мы часто. Я там и тут, куда пошлют, а посылают часто. Реплейчики. Не хочет загружаться. Не можем переключаться от танка к танку почему-то. Свободная камера здесь бы не помешала, между прочим. Здесь вот что-то можно убирать изображение. А вот. О, это зажимаем правую кнопку мыши и крутим как один. Двойной щелчок. Появляется эта штучка. Штучка появляется, можно хоп. Двойной щелчок левой кнопки мыши и... Да, но зато, когда мы в снайперском режиме, колесико не может его переключить вне снайперский. Доехали на свою голову. Двойной щелчок левой кнопкой мыши или правой кнопкой мыши. Включает эту штучку. Эту. Та и другая включает. Главное двойным щелчком щелкать. Черчилль.
Фейерган или еще что-то такое. Сиджи. Черчилль Сиджи. Ура! Срикошетила. Или не пробила. Или то и другое. Странно, что там такое? У нас появляется. Вот это что такое? Понятно. Раньше не было. Или не замечали. А ладно. Пунк. Пунк. Попали. Ущербный. Ущерб. Ура, мы победили! Ура! А здесь даже можно здесь переключать, так. Надо же. Так ведь у меня не видно, что там. Это за выполненное задание. 22 тысячи. Это не потому, что мы такие крутые. 58 тысяч с хвостиком заработали. Но зато здесь не посмотреть эти задачи, выполненные и невыполненные. Что-то опыта очень много у нас. 677. А, это... Это 617 опыта. Что-то много. Ну ладно. 677 это дамаг. Опять. Сюда и блин. Спать хочется. Я надорвался из здоровья. Играю постоянно в эти танчики. Надо подать в суд на них. Это издевательство. Чего они придумали этот марафон танковый, в конце которого можно три танка получить. Фиг получишь, конечно, три, потому что сухарей не хватит. Но все равно. Во. Леопардик будет нас сопровождать. Помогать нам будет. Такой душевный парень. Оберегать. Еще чего нужно. Оберегать или... О, как здесь можно оказывается в реплее. О, это мы первый раз реплей смотрим. Второй. Ох. В реплее нельзя переключаться. В снайперский режим и обратно. Где
Смотрите, как мы прячемся. Отсиживаемся за кучей. За кучей. Не будем уточнять, какой. Леопардик. Мародерчик. Вперед в атаку! Ура! Сведение. Разведение. Так. Вот мы так и отсиделись. За кустиками. Вот. Нас пришел убивать. Ну, какой свирепый. Коллега. Пунк. Он нас не любит. Нам, конечно, этого не нужно, чтобы он нас любил. Но откуда такая свирепость в столь юном организме? Свирепая свирепость. Ок. Ой. Коса смерти. Коса смерти. Коса смерти. И у нас... Гитлер. Гитлер, Гитлер, Гитлер. Гитлер. Нашивок-то нашивок сколько. Ужас, есть нашивок. Кошмар. Кошмар. Ой. Оказывается, можно. Но почему там нельзя было? Странно это все. А. 101 645 серебра. Жуть. Так. Так. Еще плыть куда-то. Про мертвого счастливчика. Мертвый, мертвый, но счастливый. МТ-25. Советский легкий танк. 6-го вроде бы уровня. Вроде бы... Что это такое у нас? Вот это что такое? Нанесённый урон и полученный урон, может. Или пробитие, не пробитие. Наверное, вот это вот. Пробитие, а это... Нет. Сейчас посмотрим. Сейчас нас огреют. Нежданная шутка. Весоры от трактора Беларуси. У нас барабан. А вот.
Да, это какой-то урон. Мы с вами сидя на пол экрана скрываем. Может, это нескромно. Он хороший, хотел нас подстеречь. Папа застрелить. Смертельно. Ужас. Такой нехороший. Да француз такой нехороший. IMX. Чего-то такое там. 2, 3 или 7. О, здесь еще и это можно. 12-е. IMX 12-е такая вредина. Оказалось. А это КВ-2. Не знаю. Не знаю. Ужас. На диване у тебя. КВ-2. Ой, попа так больно. Ой. Ай-яй-яй. Какие бяки. Бяки. Ой, что ж так больно-то делают? Редиски. Заметьте, говорит. Да, вижу. Пульс. Всё, это ему не помогло. Наш полет. Ура! Ура! Так, вот этот оранжевый, это был дэмидж. Это сколько мы нанесли урона. Такая мысль 12-е. Хотел нас застрелить попу. Нехороший. Бяка. Но мы его застрелили сами. КВ-2, этот зверюга, ваншотер, тоже пал. Смертью храбрых. И еще мы вот эту вот мародерчика подстрелили чуть-чуть. Чуть-чуть подсели.
И тут стрелили ранили. Не надо. Не хочу. Ну и правильно.